Читая Троицу, многие пытаются понять, какой же у них психологический тип. Кто они по типу мышления? Центристы, конструкторы или рефлекторы? Но, как мне кажется, в этой книге скрыт еще куда более ценный клад. Если вы хотите преуспеть в бизнесе или в любом сложном деле, вы должны всегда подходить к нему системно и уметь ответить на три главных вопроса. Что? Это вопрос о сущности. Что является главным вещью в том, что вы делаете? Второе – это как? Как это сделать? Да? Каковы инструменты? И третье – это зачем? Кому это нужно? Почему это будет востребовано? И я вам должен сказать, что на это отвечают как раз разные представители разных типов мышления – центристы, конструкторы и рефлекторы. Поэтому задача книги – не просто понять свой тип, а попытаться применить другие способы сборки этого сложного интеллектуального объекта. Только в этом случае вы сможете преуспеть. Что мотивирует больше центристов, конструкторов или рефлекторов? Вот, потому что если вы мотивированы, то вы, вероятно, и сосредоточитесь лучше. Вот, значит, для центриста важна его социальная ответственность перед другими людьми. Вот, если он знает, что это важно для других людей, и он может кого-то таким образом подвести, то это будет его, или наоборот, кого-то таким образом спасти, и для него это будет важным мотиватором. Значит, для конструктора важным мотиватором является сложность задачи. То есть, если ту задачу, которую он решает, кажется ему достаточно интересной, вот, то это будет его мотивировать. Для рефлектора важно, чтобы это позволило ему реализовать его потенциал, его видение, вот, возможность представить это широкому кругу, чтобы получить отклик на свою работу. Если вы не понимаете, с каким типом вы имеете дело, ваша реконструкция всегда будет ошибочна, потому что вы будете ему приписывать собственные мотивации. Потому что тип определяется, по большому счету, нашими мотивациями. Потому что конструктор – это что такое? Любопытство и бесстрашие. Значит, рефлектор – это восхищаемся или восхищаем. Вот. А для центриста – это кто начальник, кто дурак. Надо выяснить, потом действовать. Ну вот, это разные типы вообще сборки. И одни и те же ситуации, когда вы пытаетесь со своей как бы колокольни, со своего типа пытаться призвать, так сказать, к порядку представителя другого типа, потому что ситуация же обязывает. Ждут же люди, в конце концов. А у него там нету этой функции. И возникает дырка.